Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, матч Голландии против сборной Катара. Итак, у нас заключительный третий тур, поэтому пишите в комментариях ваш прогноз на эту игру, будет интересно потом почитать. Ну что же, давайте посмотрим на ситуацию этих двух сборных в заключительном третьем туре. Сборная Голландии после двух туров занимает первое место, делит первую строчку вместе со сборной Эквадора, а вот сборная Катара занимает последнюю четвертую строчку и не имеет никаких шансов на выход в плей-офф. Но вот с сборной Голландии нужно хотя бы сыграть в ничью, чтобы выйти в плей-офф, потому что между Эквадором и Сенегалом будет игра, а там уже, ну, мне кажется, победитель этой пары будет выходить в плей-офф в любом случае, поэтому никто вот не сможет оставить Голландию за бортом. Поэтому мы видим, как Голландия резво начала этот поединок против сборной Катара. Уже на 10-й минуте Янсен забил, вывел Голландию вперед. Ну, как бы задачу минимума голландцы выполнили, и во втором тайме начинается самое интересное. Мы видим давление со стороны игроков Голландии, они продолжают штурм ворот сборной Катара. Янсен с мячом, пас на Фрэнки де Йонга, и тот забивает на 54-й минуте, делая счет 2-0. Голландцы тоже до чемпионата мира считались фаворитами, и сейчас, в принципе, подтверждают все мнения. Если в некоторых аспектах изменят свою игру в плей-офф, все у них должно получиться. Поколение действительно у них классное, много интересных игроков. И Коди Гакпо, и Фрэнки де Йонг. В общем, есть те люди, которые могут сделать действительно результат. 65-я минута, Стивен Бергвейн забивает третий гол сборной Голландии в этом матче. Счет разгромный, но на этом голландцы не успокаиваются. Бергвейн с мячом продолжает движение в штрафной. Пас-центр на Янсена, и тот забивает. 72-я, 73-я минута. Голландцы комфортно себя чувствуют против такого соперника и забивают безответных 4 мяча. Но мы видим еще одну атаку, где голландцы забивают уже 5-й мяч. Матч заканчивается с разгромной победой голландцев 5-0. На этом, друзья, все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.